кто тут проснулся? А? А ну где заспанные глаза? Еще спать будет? Дайте поспать. Всем good morning. Кофе с бутербродиком из Aldi. Колбаса, сыр. Это американцы, да, прям люди? Американцы, американцы, как говорит. Народ гуляет. Приехали в этот парк, который уже многие смотрели по видео. Вот этот мостик. Сейчас пройдемся. Вот такая загадочная статуя с водой. Очень много людей гуляет. Сегодня суббота. Сейчас 11 утра. И не жарко, а вообще супер погодка. А мост шатается, слышите? Да, это не так, да? Сколько дорога? Да. Выше не надо, не надо дышать. Здесь смотрите. Вот такая фигура еще. Вот такой был бурный водопад. Эльки.
новый райончик. Все отели новые. Вот это тоже второй мост. Тут под весной, а это зеленый просто. Раньше в 80-х годах больше воды было. Сейчас не очень. Красивые дома. Еще строить много будут. Отели, рестораны, парки вокруг. Окча. Это что? Напитки. Дизайнерские, под мостом даже. Все заходят охладиться. Уже 12 часов. Жара нереальная. Какой-то сад детский под мостом. Буквы. Алфавит, наверное. YZ. Растения. Вау, такая деревянная лавочка, да? Разноцветные столики. Не, ну под мостом молодцы. Чтобы бомжи не занимали места, сделали красивое такое место. Деревьев много, но от жары не спрятаться никуда. Под мостом даже жарко. Солнца нету, но все равно из-за влаги. Что? Скалолаз? Или перилолаз? Здесь людей нет. Уже жарко, уже люди разбежались все. Возле речки. Ну да. Вот это? Где двери? Интересный изюм. Рис из... О, я люблю паттер фингер. Кит-кат. Орешки. Гранола. Настя.
супец любимый. Это турки, да? Индейка? Чикен? Это другой сэндвич? Сколько он? 1600? Неплохо, да? Не, ну дом неплохо.
900. Тут сделали всю сверфицу. Это с землей? Не. А земли сколько? Не видно там бэк-ярд. Ого! Ничего себе! Сколько народу купается! Где-то там наши должны Прячьтесь. Вау, какая зона для детей. Oh, my God.
за нашим отелем озеро. Так, решили на ужин сварить рис зеленый суп со специями. Он тут сейчас выкипит, вода, посмотрим. Хотели в ресторан, но уже поздно, пока надумали ехать. 8 часов. Салатик и что у нас еще будет? Мяско. Мяско. Сейчас прибежит. Лон, спать будем? А? Спать будем? Да? Давай на кровать. Куда? Куда, куда, куда? В отеле так холодно, что выходим на балкон погреться. Тут тепленько. Хорошо, не жарко вечером и утром, но днем жара невозможная. Тут у нас магазины прям рядом. Petco вон. И за ними туда Plaza, Marshalls там, какие-то еще магазины и Aldi. 2 минуты пешком тут можно идти. А там он Five Guys, но мы не ходили. По-моему, Андрей приехал. В ресторан поздно идти было есть. Решили в Publix смотаться, мясо какого-то взять готового. И не знаю, что еще. Угу. Для салата. Еще тарелку для салата. Так по-домашнему смотрится. Мясо. Биф. Стейк, да. Стейк, биф. Все, приятного всем аппетита. Поедим и спать.